Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики. Бонжорно, тути кари амичи. Кто смотрит меня из Италии, то я в масочке, поскольку я ходила тут в одну организацию. Головы прилетели. Ой, ой, сколько их тут. Хорошие новости. Да, хорошие новости. А, они, наверное, думают, что я их кормить буду, но у меня ничего нету. Ходила я, продлевала бесплатное медицинское обслуживание в Европе. Вот. Поскольку в январе я получила новые документы, вид на жительство. Но я не пошла. Не пошла, ну, в августе у меня заканчивался срок, поскольку первое пермесо я получала как раз в августе, в 2016 году. Вот. Сейчас покажу и расскажу кое-что дальше. Красота. Вот они, голубки все. Ждут. Август месяц бархатный. Вся Италия в отпуске. Поэтому здесь работают люди. Ну, они и так работают мало. Всего 4 часа. С полдевятого там до полпервого. И все. Написано входить только в маске. Хоть масочный режим отменен. Ну, в сентябре будет, думаю, что что-то будет новое. Так, ну вот пока будет такая пластиковая изготавливаться, мне дали временную бумажку. Ну, мало ли понадобится к врачу обратиться или что. По почте они высылают. Вот у меня кодичи фискали Российская Федерация. Хотя паспорт у меня белорусский. Проблем никаких не было. Я знаю, что сейчас по россиянам усугубляют. Даже все, что вас связывает с Россией, усугубляют. Всякие санкции и вывоз валюты, и вывоз подарков в чемодане. Ну, там в зависимости, кто наземным транспортом, кто самолетом. Так, надо маску снять, неудобно. Тут же уже можно. Да. Вот. Но вопросов никаких не возникло. Посмотрим, банковская карточка у меня еще, ну, естественно, с этим кодичи фискали до 26 года вроде бы. Так, 23, 24 или до 24-го. Нет, до 24-го, наверное. Вот. Ну, я думаю, там через год что-то изменится. Я знаю, что многим отказывали. Типа, если что-то... Ну, родилась в России, белорусский паспорт. Пока все нормально. Долго ждала только номерок, потому что там итальянка старая, пожилая. Долго вопросы задавала. А так за 5 минут все сделали. Ну вот, мои дорогие, по документам у меня всегда все хорошо. Я пролетаю всегда, сюрпризы всегда быстро. 4 птички, 4 стороны света. Пусть летят. Вести хорошие несут для всех. И для меня тоже. Всем всего хорошего, дорогие мои. Вот такой у нас день солнечный. Небо, облаков нету. Я тут под осинкой сижу. Жизнь прекрасна.